В Серпухове прошла очередная профилактическая акция «Детское кресло». На этот раз местом проведения рейда стала улица Ленина. В поселке Большевик инспекторы ГИБДД останавливали автомобили и проверяли правильность перевозки детей в салоне, а также вручали тематические памятки водителям, напоминающие о важности соблюдения правил дорожного движения. Стараемся приближать места проведения профилактических мероприятий к детским учреждениям, к дошкольным учреждениям, к школам. Особенно сейчас это актуально в начале учебного года. У нас сотрудники будут дежурить возле каждой школы, и в утренние часы будем проводить тотальные проверки детского кресла рядом с учебными учреждениями. За нарушение этих правил водитель заплатит штраф в размере 3000 рублей. Рейды «Детское кресло» направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Подобные проверки водителей в Серпухове проводятся регулярно.